Дар невночато с вами я, Бабка Шоу, и сегодня у нас, как ни странно, видео находится в Adobe. Ребята, это вторая часть способа, как заработать большое количество наших конфеток. Ребят, на самом деле, первая часть удалась прям вообще классно, ребята. Но там немножечко у меня произошла проблема, и знаете, у меня не записался момент, когда я показывал вам тактику ведения боя с нашими кроликами. И сейчас как раз-таки я это дело покажу, но перед этим мы с вами откроем один бокс. Интересно, что же из него выпадет? Как вы, ребята, думаете? Мне лично кажется, что отсюда сейчас выпадет обычная черная мышь. И почему-то мне прям кажется, что так оно и будет. Но смотрите, ребят, что мне выпадает. Вау, альбинос, ура, ребята, мне выпадает белая мышка, ура. Это просто отлично, и у моего друга есть сервер, шикардосно, ребята. Все, у меня есть вот такой вот еще один альбинос, которого я, кстати говоря, не буду уже, в общем-то, трейдить. И что, в смысле, подари пэта? А, что мне тебе подарить? Смотрите, ребята, он говорит, подари пэта, и сам, по-моему, дарит. А, нет, это другой. Ну, окей, давайте ему что-нибудь подарим, почему бы и нет. Смотрите, мне здесь дарят подарки, и потом там дарят подарки. Так, давайте мы ему сейчас кинем трейд, ну хватит меня выпрашивать питомцев. Я понимаю, что вы все хотите питомцев, но выпрашивать это дело не очень хорошее. Не люблю, когда на самом деле меня выпрашивают. Иногда даю сама. Но не люблю, когда кто-то выпрашивает питомца. Давайте дадим ему пингвина. Пускай у него будет пингвин. Круче питомца дать не могу. Это я тебе так просто говорю чисто от себя. Так вот, ребятки, выпал мне, значит, мышь альбиносик. Это значит, что к следующему году я ее оставлю, чтобы в следующий год на Хэллоуин порадовать вам видео, выложить то, что дают за прошлогоднюю мышку. Ребят, это мы тоже с вами узнаем в следующем году. Так что ждите видеоролика. Вот, ребят, главное напомнить мне, конечно же, а то я вдруг забуду, что у меня вообще есть такая летучая мышь в инвентаре, и буду ли я вообще снимать через год вообще видео, как бы я буду снимать. Но буду ли я снимать Adopt Me, это на самом деле еще является загадочкой. Потому что, ребят, Adopt Me игра не вечная, возможно, она к этому времени уже скуксится и перестанет в нее играть люди. Ну, это мы еще с вами посмотрим, и что со мной творится, вообще не понимаю. Ребят, так вот, о чем я вам говорил вообще. Сегодня у нас вторая часть лайфхаков. Я расскажу вам, как бороться с привидениями. Расскажу еще более лучший способ для того, как зарабатывать наши тыквы, и еще более лучший способ фарма наших конфет. Конечно же, ребята, расскажу кое-какие базовые лайфхаки, которые не вошли в первый выпуск, и, конечно же, думаю то, что вам, если вам понравится это видео, то обязательно поддержите меня лайком. И давайте начинать. Смотрите, ребята, девочка передает привет себе и Вики. Окей, передаю тебе привет. Спасибо за пингвина, мне пишет этот мальчик, и не за что, почему бы и нет. Вот, ребят, смотрите, вот он самый первый лайфхак, который не вошел в прошлый ролик. Помните, в прошлый раз я вам говорила, что вы садитесь на флай питомца, подлетаете сюда и садитесь в этот круг, чтобы вас никто не выталкивал. В этот раз я нашла способ более действенным, и как раз им большинство людей пользуется. Мы с вами садимся, просто берем вот сюда, нажимаем на actions и садимся. Все, ребята, когда мы сидим, нас сдвинуть никто с места не может. И это реально даже более действенный способ. И мне кто-то кидает запрос, друзья. Почему бы и нет, мы тебя добавим в друзья. Так, все, отлично, ребята. Шикарно. Кто-то пишет, что подписывайтесь. Да, конечно, подписывайтесь на мой канал. Почему бы и нет? Так вот, ребята, ждем 4 минуты. Я буду показывать вам способ, как заработать максимальное количество наших конфет. Каким же образом все-таки нам подзаработать-то и купить себе суперских питомцев? Потому что, ребят, смотрите, даже если мы сейчас с вами моим способом начнем зарабатывать по стабильной 200 конфет за раз, это нам нужно будет 50 раз сыграть в эту штуку. Займет очень много времени, чтобы получить скелета, но оно того стоит, ребят. И сейчас я покажу, каким образом можно все-таки побольше собрать. Ребят, смотрите, мы выбегаем отсюда, прыгаем на вот эту вот камень, как я вам говорила, и бежим по вот этой вот тропинке. Здесь у нас появятся наши штукенцы. Ребят, в прошлый раз я говорила, что нужно заходить вот отсюда и запрыгивать сюда. Теперь мы запрыгиваем, ребята, вот сюда вот. Вот здесь вот собираем все конфеты. Теперь возле этого знака опять же спрыгиваем вот сюда вниз. Здесь собираем все, ребят. Потом мы вот сюда вот бежим с вами, собираем все. Берем вот эту штуку, пробегаем вот сюда вот до вот этого заборчика. Здесь тоже спрыгиваем вниз, собираем конфеты. И значит, что мы делаем? Быстро вот тут вот под этим пробегаем. И вот отсюда опять начинаем собирать конфеты. Они, по идее, уже должны успеть заспавниться. Но если они не успеют заспавниться, вы собираете две конфеты тут. И потом уже насобираете их по порядочку. Вот тут сверху тоже можете еще собрать конфеты по пути. Вот, например, спрыгнули вот здесь, вот так сделали и запрыгнули сюда. Обалдеть, ребят, смотрите, что я придумала. Супер тактика. Вы, значит, бегаете поверху, потом заворачиваете здесь, как где я говорила. Вот сюда спрыгиваете на эту штуку, собираете конфеты и сразу запрыгиваете сюда. Здесь тоже собираете и запрыгиваете обратно. Обалденная тактика. Сейчас я покажу, как это все дело сделать. И наберем хотя бы 13 тысяч, я думаю, очков точно. Так, ребята, началась наша охота за тыквами, и мы бежим по нашему плану, как мы с вами договаривались. Бежим сюда, вот сюда вот, собираем здесь тыкву, запрыгиваем наверх, собираем вот эти вот две тыквы. Одну я пропустила, к сожалению. Спрыгиваем вниз, подпрыгиваем. Шикарно, ребята, пока что мы идем просто шикарно. Никто нас пока что нам не помешал, и все идет прям пока по плану, вообще шикардосно, ребята. Здесь мы собираем одну тыкву, вот так. Давайте мы сейчас с вами пробежим вот сюда вот. Здесь возьмем тоже тыкву, пока у нас есть ускорение. Вот эти вот тыковки дальние заберем, запрыгнем сюда. И, конечно же, соберем верхние тыквы. Теперь спрыгнем снова с вами вниз. И, блин, я немножечко промазала, ну окей. На самом деле, это не так уж и страшно. Теперь мы бежим сюда, ребята. Спрыгиваем, собираем вот эти тыквы. Сколько тыков я уже собрала, не знаю. Но по очкам пока что вижу, что мы движемся неплохо, ребята. Смотрите, 7000 у нас уже с вами есть. Буст мы потихоньку начинаем копить. И вы готовы, ребята? Мы с вами запрыгиваем наверх. Здесь появились тыквы. А, я не допрыгнула. Вот, все, ребята, бежим, бежим, бежим скорее.
быстрее. Окей, все, начинается наш буст. Мы снова с вами сюда спрыгиваем. Главное не прыгать на вот такие штуки. Раз, два, три тыквы. Мы с вами берем 4 тыквы. 5 тыков. Как думаете, сколько максимально тыков вообще можно собрать за раз? Сколько очков максимально можно собрать? Сколько очков мировой рекорд? Я, если честно, даже не представляю. Ну окей, ребята, 11 тысяч мы с вами собрали. Цель наша все-таки сейчас 14 тысяч наших тыков. Как думаете, сможем собрать или не сможем? Успеем или не успеем? 12 600, ребята, 12 800. И еще бы хотя бы 5 тыковок собрать, но не успевает. 13 200, 150 конфет. Что, ребята? И вот как раз таки сейчас решает наш лайфхак. Нам нужно зайти на наш приватный сервер, тогда мы будем зарабатывать больше конфет. Но я хочу показать вам сейчас именно сражение здесь, вот в этом вот конкретном месте. Через 15 минут хочу показать групповое сражение, как нужно убивать боссов, какая есть тактика и каким образом его быстро убить, чтобы его победить и получить больше конфет. Все, ребят, давайте встретимся через 15 минут. Так, ребята, 8 секунд у нас остается до начала игры. Мы все вместе скооперировались и сейчас начинаем, в общем-то, наши баталии с нашими кроликами. Ребята, бежим в то место, как раз таки, где у нас будет самое огромнейшее количество. Ребята, все, бежим, бежим, срочно. Так, где? Вот тут вот, ребята, где-то появляется наш госбани, и мы его сейчас с вами гасим. А, стойте, ребята, сразу же появился босс, что такое тоже возможно. И причем босс убитый на 100%, а что не так? Что сейчас вообще произошло не так? Почему как-то странно у нас заспавнился наш Spirit Showdown? Почему на 100% убитый босс и на 100% как бы он уже закончен? Окей, тогда сразу показываю вам тактику игры против босса. Так, он меня немножечко подкинул. Смотрите, ребят, подходим к боссу, включаем наш вот этот насос. Так, бежим куда-нибудь в сторону. И вот, смотрите, когда он начинает за нами бежать, нам нужно бежать в другую сторону. Ну, как видите, я немножечко топанула. И почему же вообще босс появился в самом начале-то? Что за такой непроходимый уровень? Так, ребята, мы с вами бежим. Он нас зареверсировал немного. Но это нам не важно, ребята. И меня сейчас, походу, съедят. Нет, окей, да, ребят, немножечко съели. Но мы с вами неплохо его побили. Вот, как видите, ребята, вот такая вот тактика неплохая. Мы с вами подходим к нему вплотную. И как только он начинает на нас бежать, мы разворачиваемся и бежим в другую сторону. Вот такая вот тактика прикольная. Как видите, она у нас работает. И так, ребята, вот настоящий босс у нас появился, которого с самого начала мы будем с вами убивать. Вот, смотрите, ребята, 6% у него остается, 8%, и какой-то он, кстати, гораздо странный, почему он вообще ничего не делает. Так, ну окей, смотрите, мы его потихонечку гасим вот так со стороны, и когда он на кого-то из нас загрится, то, в общем-то, почему он стоит на месте? Красавчик, смотрите, молодец, чувак, чувак, походу, забагался. Ребят, представляете, тот чувак, которому я дала питомца, пингвина за робуксы, пишет, чтобы я дала ему еще питомца. Слушай, я, конечно, понимаю, но наглость это, конечно, не очень хорошо. Я не могу тебе больше дать, потому что другие вообще будут тогда обижены на меня всей жизнью, ребят. Поэтому, как бы, я думаю, то, что вы понимаете все мое положение. Вот, ребят, смотрите, мы пока что неплохо справляемся, и на самом деле здесь даже тактики нету. Походу, этот питомец в этот раз забагался, и мы его просто фармим. Как думаете, сколько мы, интересно, с вами сможем здесь набить? И хватит спамить, пожалуйста, хватит спамить. Я тебя сейчас забаню. Вот, ребята, не беги туда, она тебя сожрет. Ой, ребята, 86% у нас остается. Так, немножечко совсем, буквально 2%. Как думаете, сможем ли мы его победить? Немного остается. Так, ребята, все, практически мы его убили. И все, 100%, отлично. И что, он забагался? Нет, он взорвался. 244 конфеты, вы понимаете, насколько это много? У меня тогда столько еще никогда не было. 244 конфеты мы с вами получили за один раз. И вот, ребята, бабки шоу лайфхаки. Так что, пользуйтесь обязательно. На здоровье пользуйтесь, как говорится. Так, ребята, готовимся к забегу. Остается 6 секунд, и у меня снова залагала мышка. Что происходит? Так, ребята, готовы? Бежим вперед. Все, погнали, ребята. Хопа. Самое первое, я выбежала с низкого старта, и меня обгоняет мой подписчик. Окей, ребята, на самом деле это не так плохо. В прошлый раз мы с вами набрали целых 13 тысяч. В этот раз нужно немножечко побить мой рекорд. Я думаю, почему бы и нет. В этот раз можно смотреть даже на более такие крупные цифры, как вы думаете. Мне тоже лично кажется, то, что мы с вами можем рассчитывать тысяч так на, не знаю, короче, на сколько. Ну, намного, короче, ребят. Сейчас попробуем хотя бы 1015 набрать, если, конечно, это у нас получится сделать. Смотрите, 5200 мы уже с вами набрали. Так, потихонечку, ребят, получается. Как видите, я прям ничего так забустилась. И потихонечку мы идем с вами. Так, вот здесь вот нужно ускориться, ребята. Я серьезно сейчас затупила. Так, окей, здесь можно тоже собрать пару тыковок. Окей, пока что не так уж и плохо. 7300 мы с вами набрали уже. Половину времени прошло. И сейчас я, конечно, неплохо иду. Но в то же время, ребята, я, вот смотрите, немножечко раз потеряла уже время. Из-за того, что не могу успеть забуститься. Капец, ребят. Так, берем вот здесь эту тыкву. Вот здесь и начинаем собирать тыквы в самом начале, быстрее, пока это еще можно сделать. 9800 у нас уже накопилось, наш счет. Так, отлично. 9800 это уже не так плохо. 10400. Сейчас попробуем добить хотя бы до 13 тысяч. Почему бы и нет? Так, ребята, по-моему, 14200 у нас в прошлый раз получилось. Я, если честно, уже даже не помню. Так, быстро бежим. 11700. Но, правда, в прошлый раз нам дали всего 140 этих конфет. Это было, на самом деле, как-то странно. Так, 13 тысяч мы с вами, походу, набираем, да? Набираем? Нет, да, набрали 13.
называться 1100, и нам дали 151 конфету. Отлично, ребята. И вот так вот прикольно сегодня вам показал несколько лайфхаков полезных, особенно при битве с боссом. И всем спасибо за просмотр. С вами была Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока, легендарные внучата. Встретимся в следующем видеоролике. Goodbye.